Всем привет! С вами Дарина, и сегодняшний наш обзор посвящен модели Epson Expression Home XP430 M-Full 3 в 1. Компактное, презентабельное, четырехцветное устройство для домашней печати текстовых документов и фотографий. Оснащено подвижной панелью управления с жидкокристаллическим дисплеем 6,8 см. Правда, есть один нюанс. Производитель указывает, что панель управления сенсорная. И как бы это так, ведь кнопочек мы не видим, но чувствуем их под слоем этой якобы сенсорной панели. В прошлых моделях такого не было. Даже не знаю, считать это эволюцией или наоборот деградацией. Загрузка бумаги осуществляется с верхнего лотка. Предельная допустимая плотность до 300 граммов на квадратный метр. Показатели скорости печати такие же, как у предшественников – 9 монохромных и 4,5 цветных страниц в минуту по международному стандарту. В режиме черновик может печатать намного быстрее. Максимальное разрешение печати составляет 5760 на 1440 точек на дюйм. Минимальный объем капли 3 пикалитра, доступна печать без полей. Работает как по USB, так и по Wi-Fi. А с подключением по Wi-Fi Direct можно быстро запустить на печать любые материалы с вашего смартфона или планшета. Также можно распечатать фото прямо с карт памяти. Что касается сканера, то здесь он со средними характеристиками – 1200 на 2400 dpi. Для сканирования текстовых документов вполне достаточно. Epson XP430 идет в комплекте с SNPC Ink System. Ресурса чернил вам хватит на 1800 фотографий 10×15 и более чем на 4500 текстовых отпечатков. На этом мой обзор окончен. Используйте печатающие устройства с расходными материалами Ink System. Приятной печати!